Всем привет! День 6, сегодня 24 мая. Что мы сегодня сделали? Наталья Алексеевна, тут что мы такое? Мы посадили цветочки, лилии. Здесь лилии у нас. Да. Так, дальше. Полторы грядки клубники. Это полторы грядки клубники. Это одна экспериментальная, тут как на форумах пишут. Блогеры, супер, садоводы. Садить крайне неудобно мне. Да, садить крайне удобно, две не говорят. Посмотрим, как растет. И обычно эту грядку еще облагородим. Идем дальше. Так. Сегодня мы сделали вот систему подвязки. Сейчас будем во втором отделении делать. Она у нас вот раз нитка, две посередки и вот, то есть над грядками. Она состоит такой-то ларап, пластина, зажимы и карабина, и трос. Вот, 2х3. Ничего сложного нет, но трудоемко и тяжело. Не так просто. Час вот подтягивал здесь. Так, здесь у нас что в этой растет? С этого угла. Вот установили в эту сторону уже все мы. Капельный полив. Все работает. Установили влажность. Все капает у нас. Вот это что такое? Это капуста. Капуста. Валентин. Томаты. Вот это у нас тут редиска одна. Мы всю едим уже. Зарость вон какая. Так, что тут у нас еще? Томаты требующие подвязки. Сейчас томаты будем подвязывать. Вот тут вот цвет очень интересно набирает. Прямо необычно. Что это такое за цветок такой прям огромный? Где тут он? Вот он. О. Будут томаты гигантские. Это цветет. А это мазарини цветет. Сейчас мы все это подвяжем. Ой, даже помидорка есть. Вот смотрите, где. Вот. Ух ты ж, ничего себе, класс. Сегодня 24-е. И да. Вот еще. Вижу, подожди-ка. Камера. А вот помидорка, смотрите, какая. Сейчас резкость наведем. Вот. И где еще? Вот, завязывается только. Вон она завя. Вот это петунья у нас тут вылезла. Где петунья? Вот это петунья растет. А что такое петунья? Цветочки. Цветочки. С чем-то попались, с золой, скорее всего. Здесь у нас первые уже томаты пошли. Это баклажан московский? Да. Вот это три. Вот и вот. Вот это с краю что это? Капуста. Капуста. Вот это что за трава? Лук. Это лук какой-то. В общем, я не садовод, я стою. Вот так вот. Это отделение все у нас. Сейчас подвяжем помидоры, томаты. По капельному поливу. Сегодня развязал вот эти две емкости по 500 литров вместе. Законнектил. Вот они вот так идут. Вот можно с двумя кранами они все. Тут руки мыть или по наводу набирать. И вот через такой фильтр. 10 микрон. От песка или еще что-нибудь. В общем, вот такой фильтр на 10 микрон. И от него уже пошла разводка на два отделения. Вот на это отделение с контролером и вот на это. Здесь у нас, значит, растут перцы и огурцы. Ну и все остальное по мелочи. Вот огурцы уже какие. Автоматика, скажу вам, работает очень долго. Два шторма у нас было. Все выдержало. Сегодня ветер ураганный был. Что эти выдержали, что форточки выдержали торцевые. То есть идеально себя показали в работе. Как только дождь, ливень пошел, тут же охладились, вот эти форточки все закрылись. И вот эти даже. Вот даже видите, вот здесь северная сторона, она прикрылась. Прохладно стало. Это мы вот. Так вот. Сейчас хотим под картошку раскидать поле. Поле раскидать. Вот Наталья Алексеевна уже начала все кидать. Сейчас приедет еще. И будем под картошку поле раскидывать. Вот эти 4 машины земли. Рабов у нас нету. Сами знаете, про кого я говорю. Все своими руками и трудом. Так вот. Наталья Алексеевна, помаши рукой. Во. Вот. Всем все. Самое еще главное, у нас тут все прижилось. И малину вдалеке посадили там. Смотри.
идет. Так что у нас все вроде вот все прижилось. Наша аллея, которую мы на 9 мая садили. Аллея славы. Продолжаем. Вот, сделали систему подвязки, подвязали томаты. Так вот. Помидорки у нас все подвязаны. Вот, ну все, всем пока, до новых встреч.